Так, надо было что-то придумать, потому что я ленивая задница и все такое. А, ладно, скажу им так, как есть. В общем-то, ребятки, всем большой привет, и знаете что? Сегодня не очень хороший день для того, чтобы выкладывать много серий, потому что завтра меня не будет, и я не смогу выкладывать новые серии, поэтому я запилю их сегодня, а сегодня я вам выложу всего лишь две серии, наверное, таким, тем более, что одна из них будет финалом прутовской кампании. Да, наверное, это будет правильно. Ну и, собственно, извиняюсь за то, что так получается, просто завтра мне реально на весь день фактически уезжать, и я не смогу записывать. Поэтому сегодня две, ну максимум три серии, если успею, а если не успею, то две, и, в общем-то, на этом, наверное, все. А завтра будет три серии минимум, поэтому ручаюсь, что будет качественно. Ладно, всем спасибо за внимание, спасибо, и пока! Пока, мои дорогие друзья. Ну и да, я забыл упомянуть, почему серии это будут, конечно же, по Старкрафту, собственно, и так. Понятно, я думаю. Кстати, еще я надеюсь, вы все ждете нас небольшой выпуск BlizzCon'а, который вот-вот уже будет. И да, если ждете, то он будет, и он будет на Good Game. В ближайшее время мы сообщим вам, когда и во сколько, и где, и, в общем-то, всю остальную детальную информацию. Ну, а для тех, кто не ждет и впервые вообще об этом слышит, мы делаем BlizzCon рестрим с русским переводом. Уже третий год. И, скорее всего, я его выложу на этот раз, как в прошлый я не сделал этого, в этот я это сделаю. Потому что и качество будет записываться, в общем, все будет, ладно, все будет хорошо.